Краснодарский край – это не только плодородные нивы, фруктовые сады и популярные курорты, это еще и замечательные производители, чья продукция отличается неизменно высоким качеством. В их числе трикотажное производство «Белара», которое в очередной раз подтвердило свою марку на уровне всей Кубани. Трикотажное производство «Белара» не нуждается в особой рекламе. Его продукцию, ассортимент насчитывает сотни наименований полного размерного ряда, хорошо знают в Славянском районе, во всем Краснодарском крае и за его пределами. Трикотаж «Белара» отличается привлекательным и современным дизайном, оригинальной отделкой, широкой цветовой гаммой. Высокое качество изделий сочетается с доступными ценами. Предприятие – участник федерального конкурса «Высококачественные товары России», обладатель знака применения «Высококачественные товары Кубани», диплома применения «100 лучших товаров России». И вот уже в пятый раз обладателем знака качества, сделанного на Кубани, в номинации «Непродовольственные товары» стала продукция «Белары». Руководитель трикотажного производства Лариса Белова, обладатель знака «Отличник качества России», заслуженный работник текстильной и легкой промышленности Кубани, рассказала о том, что добиться этого успеха было нелегко, но почетно. Это продолжительная работа, работа всего коллектива и подтверждение качества выпускаемой продукции трикотажного производства «Белара». Правообладатель знака, сделанного на Кубани, имеет свои преимущества. Благодаря фонду развития промышленности трикотажное производство смогло получить займ на развитие. Это, конечно, реальная и серьезная поддержка. В марте 2022 года мы использовали займы и ввели в эксплуатацию модернизированное нам вещи, высокотехнологичное оборудование. Производство – это швейное оборудование, производство «Япония». Фирма «Ямато» и раскройное оборудование, раскройный комплекс, настилочный комплекс, стол конвейерного типа в компании «Бульмер», производство «Германия». В планах расширение производства, новая техника и новые достижения по качеству продукции. Мы выпускаем высококачественные трикотажные изделия. Благодаря этому оборудованию мы можем в производстве применять различные технологические возможности, которые соответствуют данному приобретенному оборудованию. Перед «Беларой» открываются более широкие перспективы. В планах руководства расширение производства, для чего нужны квалифицированные и добросовестные специалисты. Открывающиеся возможности здесь используют на благо коллектива и для развития производства. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».